Итак, подвесной умывальник во время крепления попало четко в трубу. Произведем демонтаж плитки и опрессовку пресс-фитинга. Так, приступаем к работе. Вот такое вот отверстие с помощью болгарки. Несколько прорезов, прорезов. И выбиваем с помощью молотка, либо с помощью перфоратора. И работаем дальше. Здесь у нас точное попадание, а здесь вверх трубы немножко. Работаем дальше. Итак, пришлось выбить приблизительно 40 сантиметров нишку для того, чтобы вытащить трубу и произвести замену этого участка трубы. Так как стандартной муфты соединительной не хватает перекрыть данный участок, произведем замену через кусочек трубы. То есть поставим две муфты соединительных и будет новый кусок трубы. Можно было бы поставить новый угол, но его нет просто в наличии. Соответственно, поставятся две муфты. Итак, смотрим результат. И результат проделанной работы. Установлена муфта в том месте, там где попало сверло четко в трубу. Также там, где был поверхностное соприкосновение сверла с трубой, этот участочек заменили, поставили снова же муфту и подключили угол установочный. Сейчас производим упаковку кранов. Запаковываем кран, закручиваем и проверяем свою работу. И конечный результат. Всем хорошего дня. Видео снято для сайта сантехники.ua. Пока-пока.